Итак, с рабочим визитом республику посетила главный санитарный врач России Анна Попова. В аэропорту ее встретил премьер-министр Артем Сдунов, после чего делегация отправилась в Кизельюртовский район. Анна Попова смотрела насосную станцию «Сулак», затем резервуар воды в Хасавюрте. Напомню, что в центральную больницу города с отравлением ранее поступило более 100 человек, большинство из которых это дети. Затем руководитель федеральной службы побывала на водозаборной станции «Акташ», откуда ранее в город поступала питьевая вода. Подача из этой станции в настоящее время прекращена, и уже по приезду в Махачкалу Анна Попова ознакомилась с работой новой насосной станции города, подключенной к водоводу Миатли Махачкала. После чего главный санитарный врач страны посетила и сами очистные сооружения столицы. Она пообщалась с персоналом и ознакомилась с показателями лабораторных анализов за последнее время. Было отмечено, что вода, поступающая по Миатлинскому водоводу, проходит глубокую очистку и обеззараживание.